сетевики у него были Ахат и Хуаныш. Фамилии не знаю. Это сетевики, они не раскрутили эту компанию, и получается, и деньги начали поступать. Я когда увидел оборот, начался, компания будет работать полгода-два до 2021-го, типа, не переживай. И тут прошло 4 месяца, он изначально, говорит, вы изначально, деньги, когда создавали, изначально, когда создавали, кинуть хотели, правильно? Это его, он сказал... Ты заебал, по существу, говори нахуй, ты че, блядь? Будет долго. Я не знаю его мысли. Алло. Да. Теперь послушай, бабки куда дели? Бабки куда дели? Народные бабки куда дели? У Жамбулата все деньги. Все деньги, я эти деньги не видел даже. Все если ты, сука, меня обманул, я тебе, сука, руки-ноги переломаю. Ты меня понял? Ты не думаешь, что ты в тюрьме спасешься? Ты меня понятно тебе? Разницы нету, блядь. Молдовия, блядь, куда бы ты ни уехал, я тебя там в рот выебу. Ты же понял, наверное? Да, понял. Мы тебя нашли в тюрьме Молдовии? Нашли, сука? Да. Вот и так же везде нахуй тебя найдем. Этот еблан где сейчас, Джамбулат? Ну, вчера, когда ко мне ребята звонили с Польши, они сказали, то, что его вроде бы взяли в Оренбурге, но я точно не знаю, где он. Он последний раз был на Кипре. Его приземление было вроде в Стамбул, последний раз самолетом там скидывали, то, что он с Алматы в Стамбул улетел. И потом после этого убежал со Стамбула в тот же день, когда я сказал, что ищу их. Это я знаю. После этого я не знаю. Дальше, есть еще что-нибудь, что я должен знать? Ну, то, что главное знать, то, что его фирма, это получается вот ВЗ, получается то, что вот этот гарант и эстейт. Эстейт тоже его фирма, да? Это тоже все его, да. Все, ясно. Еще что я должен знать? Короче, смотри сюда. Сюда смотри. Если ты хочешь, чтобы я тебе ебало не сломал, видеообращение сделаешь народу. Все, что есть, все, что знаешь, скажешь нахуй. Извинения попросишь и, бля, это видео мне скинешь. Сейчас прям, понял меня? У тебя 2 минуты есть. Сейчас проверка тут идет. Ну, бля, я его рот ебал. У тебя 2 минуты есть нахуй. За 2 минуты, сука, конкретно, блядь, выставь нахуй и поставь. Понял меня? Все то же самое, как вам рассказал, так я отправил. Да, и, блядь, попроси прощения, блядь, скажи нахуй изначально, как было, и у всего народа казахского, блядь, прощения попроси, кого ты кинул, понял меня? И скажи, блядь, что есть, как нет, нахуй, все, что, блядь, мы понимали и знали, нахуй, понял? А то, блядь, ты че, сука, люди умирают, сука, от инфаркта, долбоебы, вы че, сука, казахтын балдары, нахуй, сондай нәрсе істеватсыңдар, нахуй, ялмайсың дар ма, нахуй? Понятно? Все хорошо, сейчас сделаю. Давай, быстро, 2 минуты у тебя есть, перекинешь, давай, все.